джеб предплечьем наносится вот где-то эта часть. Если мы разделим руку на три части, ровно граница первой и второй части. Вот именно этим местом, не серединой. Для чего мы это можем использовать? Во-первых, находясь на очень близкой дистанции, здесь мы можем начать с этого удара. Направленность. Либо шея, либо верхняя губа. Ребром будет неудобно, слишком близко. Локтем, мы сейчас не рассматриваем, толчок не сильно. Поэтому после чего мы можем использовать колено, забивку, либо разрыв дистанции. В грязном боксе, как только мы сцепились в клинче, я выставляю то же самое. Во-первых, я ограничиваю возможности его ударов руками. Если это уличный вариант, ограничиваю его возможность удара головой. И начинаю выдавливать. Как только я выдавил нужную дистанцию, либо нарушил его баланс, то есть он может упасть, разрываем дистанцию и наносим удар. Во многих боях профессионал вы можете наблюдать, как только вошли в клинч, сразу появляется рука, давление, и после чего можно переходить на прихват и нанесение каких-либо ударов. Наработка. Становимся максимально близко, как в варианте клинча, перед целью, вот рука, и наносим удар. Добавляем вкручивание плечом, после чего нарабатываем разрыв дистанции, уход в сторону, уход в другую сторону. Динамика обязательно, не оставаться на месте. После этого добавляем удар второй рукой. Неважно какой, то есть рассматривайте любые комбинации. Бам, бам. Ударите рукой прямой. Предплечье боковое. Предплечье апперкот. Предплечье к колену. Все варианты, но не оставайтесь после этого на месте. Все время смещайтесь. Ключевым является устремление вперед. Всегда вперед. То есть это не может быть, что противник идет на нас, входит в дистанцию, я просто выставляю руку, он сомнет, это будет ни о чем. Если мы хотим сделать вариант стопинга, когда противник, мы устремляемся в него, неважно, руки четко, жестко останавливают. То же самое агрессивно мы можем использовать в случае атаки в нас. Например, атака в корпус. Это не просто опустить руку, подставить предплечье. Нет, есть вариант, когда мы просто подставляем здесь же, именно агрессивно наносим удар в атакующую руку. То же самое, когда идет боковой. Мы вектор меняем плоскость, наносим уже не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Но опять же, с устремлением вперед. Целимся где-то в область бицепса. Даже если идет захлёст, это будет чиркающе, его не будет усилия. При этом вы отсушиваете руку и отбиваете ее назад. После чего, опять же, рассматриваем возможности продолжения комбинации. То есть не ограничивайтесь одним действием. Защита. Удар. 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 Смещаемся наружу. Не просто подставить, а бросить руку так, чтобы противника аж завернуло. Тогда вы сможете продолжить свое движение. Нарабатывайте.